Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, и у меня наконец-то закончились бустеры Спайса. А это значит, что в принципе я собрал практически максимум контейнеров, которые можно будет собирать. Да, еще впереди целых 10 дней, и я в целом буду еще играть, буду выполнять какие-то боевые задачи, но уже не настолько усердно. И в целом все контейнеры, которые можно было собрать из цепочки, мы уже с вами открыли. А что касается вот этих бесконечных контейнеров в конце, то у меня получилось, по-моему, 14 штук, если я не ошибаюсь. Ну и плюс еще из каждого контейнера будет выпадать спайс в том или ином количестве, а значит, добьем еще несколько контов. Моя основная задача из этих контейнеров — попытаться получить не так голду или какие-то награды, как меня больше всего интересует камуфляж Харвестер на Мауса. Я просто безумно себе его хочу, чисто из принципа. Я не особый любитель внешних видов для танков и считаю, что если внешний вид на танк стоит так, как стоит сам танк на каком-нибудь другом уровне, то лучше купить себе какой-нибудь премчик, нежели внешний вид. Но вот на Мауса хотелось бы очень сильно. Ну что, ребят, давайте начинать открывать. Как я говорил, 14 контейнеров у нас уже есть. Ну и, соответственно, шансы хоть какие-то да присутствуют. Заодно какой-то голдишкой обзаведусь, пока у нас получается 100 золота. А плюс еще 200, того получается 300 голды. Ну дай мне внешний вид, фон профиля. Да не нужен мне фон профиля абсолютно, вот серьезно. 500 золота суммарно пока мы с вами поднимаем из этих контейнеров, но пока внешний вид, к сожалению, не падает. Анимированный аватар, ну окей, хорошо, в коллекцию будет 600 золота. Как говорится, едем дальше. Еще сотка голды, 700 золота. О, еще 500, пол косаря, слушайте, ну это действительно очень круто. Пол косых, это того 1200 уже получилось у меня из контов, 1300. Ну дайте фон профиля, ну не жмитесь, ну пожалуйста. Еще сотка, 1400 с золотом получается. Еще 200, 1600. Нет, не будет здесь фона профиля, 1700. Ну, пожалуйста. Нет, 1800 голды, блин, 3 осталось. Обидненько. 1800, ну, фон профиля. А, какой фон профиля? Я не хочу фон профиля, блин, я совсем уже заговорился. 1900. Внешний вид на Мауса. Фон профиля уже выпал, он не нужен мне абсолютно. Ай, так, еще 200, того получается 200. Слушайте, ну, 200 голды я уже поднял. Сейчас еще что-то из золота выпадет. 1000 спайса, это значит еще контейнер. Итого 1600 золотом получилось из этих 14 контов. Ну, 2600 голды из 14 контов. Не знаю, по-моему, очень даже круто получилось на халяву поднять себе более двух косых. Так, фон профиля не интересует, интересует открыть еще несколько контейнеров. 3900, не хватает какой-то сотни для того, чтобы открыть 4 контейнера вместе с вами. Но в целом, ребят, я думаю, что вы на меня не обидитесь, если я сделаю это потом чуть позже. И скорее всего не буду записывать уже отдельное видео на какие-то 1, 2, 3 контейнера. Это уже бессмысленная трата времени. 2700. Но, ребят, здесь прикол заключается в том, что я могу... Так, забираем. Я могу открыть, получается, еще один контейнер, потому что спайса сотня мне сейчас выпала. 2800 золотом. Еще два контейнера могу открыть. Ну, до 3000 голды я точно поднимусь сейчас, это однозначно. Ну вот, пожалуйста, 3000, как я, в принципе, и говорил. Так, забираем еще один контейнер. Ну дайте внешний вид. Дайте, пожалуйста. Нет, не дает. 3100 голды, ребят, получилось. Я уже сбился со счета, сколько контейнеров я там открыл. Кому прям совсем интересно, отмотайте назад, посчитайте самостоятельно. Но фактом остается, что на данный момент вот этот вот внешний вид на Мауса я, к сожалению, забрать не могу. Ну, в принципе, это не удивительно, потому что шанс выпадения данного внешнего вида для Мауса составляет всего лишь 1%. И я считаю, что это, ну, очень мало.
ну, прям совсем аж обидно. Тот же самый фон профиля, допустим, мне выпал, но толку от этого нет. И он мне выпал, потому что 3% шанс выпадения. Что касается 5 косарей голды, тоже не выпало. Тут шанс еще меньше, по-моему, чем на камуфляж. Ну и даже не по-моему, а вообще в целом так и есть. Всего лишь 0.5%. Ну ладно, как есть, так есть. Я попытаюсь еще в этих контейнерах немножко поковыряться. Пособираю в течение 10 дней, но уже буду, скорее всего, просто поштучно их открывать, как только они будут мне доступны. Вот такой видос получился. Ставьте лайк в поддержку канала, пишите комментарии. Напишите, пожалуйста, кто все-таки забрал себе внешний вид для Мауса. Ну, а я продолжаю стараться специально для вас и показываю все таким, какое оно есть. В частности, шансы выпадения внешнего вида Harvester на Мауса из контейнеров Дюны. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.